на этой планете. Правильно, ребята, на этой планете живут роботы, и с ними случилась беда. Дело в том, что злой вирус Люкус поразил роботов. Им нужна наша помощь. Ребята, мы поможем с вами роботам? Конечно, поможем. Я верила в вас, что вы обязательно поможете справиться мне с этой задачей. Ребята, а на чем же мы отправимся на эту далекую планету? На автобусе мы можем полететь в космос? А на паруснике? А на ракете? Так на чем же мы сможем полететь в космос? Автобус, парусник или ракета? Правильно, ребята, конечно же, на ракете. Ребята, вот мы с вами и приземлились на планету роботов Железяка. Посмотрите, какая она необычная. Совсем не похожа на нашу планету Земля. Вы помните, ребята, что нам нужно сделать на этой планете? Да, ребята, нам нужно спасти роботов от злобного вируса Злюкуса. Ребята, мне кажется, должна быть какая-то подсказка. Иначе как мы поймем, как мы это сделаем? Посмотрите, ребята. Кто это? Кажется, это робот. Привет, ребята. Меня зовут робот Отто. Я житель планеты Железяка. Чтобы спасти моих друзей, вам нужно создать новых роботов. Так из чего же можно создать робота? Кажется, я знаю. Робота сделать из конструктора. Робота можно сделать из пластика. Робота можно сделать из картона, бумаги, металла. Ребята, посмотрите, сколько идей у нас появилось. А давайте мы с вами сделаем робота с картона, и он будет у нас необычным. Попробуем. Да, ребята, я абсолютно была уверена, что вы поможете мне справиться с этим заданием. Для создания самого простого робота вам понадобится цветной картон, пластилин, карандаш, ножницы, маркер, клей-карандаш и шерстяная нить. Наши роботы хотят вам сказать большое спасибо за то, что вы освободили их от злобного вируса Злюкуса и хотят вам подарить этот танец. Спасибо вам большое. Пока-пока!